Курбан Омаров увел жену футболиста Федора Кудряшова. Спустя полгода после развода Курбан снова не одинок. Курбан и очаровательная блондинка провели время в одном из элитных московских ресторанов. Парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства. Что-то увлеченно обсуждая, они нежно обнимались и сливались в поцелуи. Заведение они покинули за полночь. Омаров со спутницей вместе уехали на его «Мерседесе». Все бы ничего, но, как оказалось, Роман Омаров закрутил замужней дамой. Его новая пассия – никто иная, как Анастасия Кудряшова. Она супруга защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. Федор и Анастасия прожили вместе больше 15 лет. Все эти годы жена переезжала за спортсменом в города, где тот играл. Стало известно, что они достаточно давно перестали жить вместе. Но ребята остались друзьями, никаких ссор и скандалов. Официально развестись они еще не успели, но планируют.